Пять проектов Ненецкого округа заявлены для участия в национальной премии Russian Event Awards. По итогам заочной оценки прошли в финал регионального этапа Северо-Западного федерального округа. Пять проектов в области событийного туризма, День защиты холода, Семенхат Мерита, Лыжный переход, Снежные призраки, Форум дружбы, Ворота в Арктику, Аргиш надежды поборются в финальном этапе среди регионов Северо-Запада. Он пройдет с 8 по 9 сентября в Санкт-Петербурге. Да, там, скорее всего, была бальная система, там были очень жесткие условия по представлению презентаций. То есть, ну, мы постарались все эти условия соблюсти и достойно представить наше мероприятие. Лауреаты региональных конкурсов примут участие в финале, который пройдет в октябре в столице Татарстана, городе Казань.